русский народ тихий, спокойный, добрый, пока его не обидят. Поэтому очень много людей приходит. Я мечтаю о том, чтобы мои дети никогда ни в чем не нуждались, им не пришлось брать в руки оружие. Каждый из нас должен встать на защиту Родины, так же, как вставали его предки. Мы победим, потому что туда еду я и мой друг со школы, все наши друзья с разных частей едут туда. Дойти до победного конца. Другого пути у нас нет.